Его идею поддержали. Это выступление стало своего рода подарком от организаторов новой волны городских властей жителям и гостям Сочи. Многие из них хотели бы услышать любимых артистов, но попасть на концерты фестиваля получается далеко не у всех. Парни, вот уже полчаса играют, и прям я первый раз вижу Сочи, чтобы они вот так танцевали и веселили. Но сегодня первый день, и вот мы только попали сюда. Замечательный концерт, и мы очень рады, что мы сюда попали. Очень хорошие, пришли с семьей повеселиться. По словам заместителя мэра Ирины Романец, бесплатный концерт новой волны планируют сделать постоянным. Так что и в следующем году у сочинцев будет возможность увидеть и услышать многих звезд российской эстрады, даже если не получится приобрести билеты в New Wave Hall. Великолепно прошел этот проект. Он очень понравился сочинцам, понравился нашим гостям. И совершенно замечательно, что в этом году дискотека Муз-ТВ опять здесь, на площади. Мы видим, сколько людей, сколько желающих. Это будет особым таким мероприятием, которое очень тоже понравится людям. Концерт прошел на сцене Южного Амола морского порта. На ней выступили группы «Дискотека Авария», «А-студио», шоу-балет «Тодес», «Наталья Подольская» и другие популярные исполнители.